Прямой первый рейс Хабаровск-Сочи вылетел сегодня из краевого центра. Чартер отправился к Черноморскому побережью рано утром. Пассажирами рейса стали 300 человек. Со всеми подробностями наши корреспонденты. Один из самых больших самолетов марки Airbus встретили на взлетном поле Хабаровска водяной аркой. Этой традиции следуют во всех аэропортах мира во время открытия нового рейса. Поздравления получил не только самолет. Первому пассажиру вручили памятные подарки. Последние два года прямые рейсы на юг страны были недоступны для хабаровчан. В 2020 году программу закрыли из-за того, что стоимость билетов оказалась слишком велика. В 2021 году рейс был закрыт по причине нерентабельности. Я, в принципе, планировал поездку на лето, и так получилось, что тут как раз рейс появился. Рейсы из Хабаровска в Сочи будут летать по понедельникам и средам, в обратную сторону во вторник и воскресенье. Время в полете составит 9 часов. Приобрести билеты можно по трем тарифным программам – промо, плюс и премиум. Разница в цене зависит от веса багажа, а также от дополнительных услуг, которые авиакомпания предоставляет пассажирам. Например, обмен и возврат билетов. Проделана колоссальная, кропотливая работа. Задействован большой ресурс, расширен штат сотрудников. Для авиакомпании iFly начинается новая страница в ее истории. Первым рейсом улетели почти 300 пассажиров. По словам руководства Хабаровского аэропорта, такой спрос говорит об интересе туристов к внутренним направлениям. Перевозчики надеются, что возможность отдохнуть на Черноморском побережье будет востребована у жителей Хабаровского края. Марина Нестерович, телеканал «Губерния».